Этот проект позволяет выделять, выявлять лучших, способных новаторов, рационализаторов, изобретателей, талантливых ребят, которые в последующем двигают науку дальше, становятся кандидатами наук. Так должно быть. Должно быть движение идти вперед. Атмосфера творческая. Я увидел, с какой любовью, с каким интересом ребята представляют свои проекты. Это просто дорогого стоит. Поэтому я желаю всем успехов, побед, больших, малых. Даже если кто-то сегодня и не станет лауреатом, он наберется сил, терпения, поработает еще в следующие годы, займет достойное место. И не только на этом реализации этого проекта, но и в будущем, в своем личном будущем нашей страны. В государстве все необходимые условия созданы, это и функционирует, я говорил уже, система подготовки, начиная от школы, высших учебных заведений, средних, специальных. Если ты хочешь, у тебя есть талант и есть желание, ты обязательно реализуешь свои проекты. И далее специальные фонды президента, в четверть века они функционируют и поддерживают талантливую молодежь. Специальные стипендии устанавливаются для того, чтобы молодые ребята, молодые ученые могли реализовать и внедрить свои разработки. И поверьте, что это очень важно для развития всех сфер нашей экономики. И вот ключевую задачу сейчас мы реализуем в сфере атомной энергетики, в сфере электротранспорта, в сфере биотехнологии, в сфере фармацевтики, медицины. Это очень важные разработки, за ними будущее развития нашей страны. И эти все компетенции есть в нашей стране, они сформированы. И кому, как не молодым людям, не молодежи, двигать и внедрять эти все разработки. Это уникальная установка фотобиореактор нового поколения для производства суспензии хлореллы. Ее уникальность в том, что в Беларуси аналогов нет. Мы предлагаем удешевить доклинические испытания, так как сейчас проводятся опыты на позвоночных лабораторных животных, то есть на крысах чистой линии. Мы предлагаем использовать доэтапную, то есть как стартовую позицию, беспозвоночные лабораторные животные, то есть в моллюске, в качестве доклинических испытаний различных фармакологических субстанций. Здесь идет прямо внедрение лекарственных препаратов и срок действия, эффективность, то есть очень быстрый. То есть если там на позвоночных около 5-7 дней, то здесь намного может быстрее происходить. Вот уже на протяжении 2 лет я работаю над своим проектом. Модель ЭКОДАРК создана для изучения зоопланктона, для обнаружения видового разнообразия птиц. Но также мы можем контролировать обстановку на воде. Модель Рейнджер создана для спасения людей и очищения воды, а модель Дарк создана для изучения дна, а также глубинного состава воды и видового разнообразия рыб. Мы можем отслеживать браконьерство и патрулировать акваграницы.